Воскресенье, тишина, благодать. Ох, Саня, ёшкинко, чтоб ты был здоров. Передал так передал. Фу. Оператор все время какой-то фигней занимается. Доброго ранку. Ты что, снимаешь? Я без очков не вижу. Знимаю. А? Доброго ранку, мы из Украины. Таки да. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Что ты там приволок? Ага. Вот чтоб у всех брат Липованский был, да, и посылки передавал. А ты что вербу снимала? Ты тоже увидела? Смотрю, что здесь какая-то штучка, вот непонятно. Это Катюня, скажи спасибо и низкий поклон нашим подписчикам. Угу. Заметили, вот только когда ты вербу эту снимала, да, котиков наших, угу, подсказали, что Липованчик, обратите внимание. Ну это там, где привита она, да? Да. Вот штамп, где соединяется. Я таки обратил внимание, начал колупать, а оно расколупалось, и там дырочка. Слушай, срочно надо ехать в одно место. Ага. А есть чем замазать? Ну, я думаю, туда, куда заедем. Хотя сегодня мы едем на барахолку, поняла? Вот чисто на барахолку, по-любому. Да, там рядышком проскочим, надо взять обязательно замазку, иначе, не дай бог, погибнет. Фу. Слышишь? Я думал, круглое, нет, квадратное, нет. Что-то непонятное. Ромбоугольное какое-то. Вообще какое-то бесформенное, я бы сказал. Катенька, я, тракторист, со своими бицаками еле вот эту передачку в багажник в Лексус засунул. Вот тебе говорю, век на лодке не кататься. Ты шо? Саня, родненький, что ты там передал? Это же я говорил, что они там кабанчика заколют. Ё-моё. Ого. Так вот они какие кабаны дикие. Ты это поняла? Утка, Сереж, или гусь. А, не, это уточка. А выглядит как гусь. Пригодится. Слышишь? Там люди хотели тебя увидеть. Ребята, а ну улыбнись. Я тебя в Инстаграм выставлю. Подписывайтесь на Одесса Липован, и будет вам счастье. Давай. А что не вылазит-то ничего? Поломался? Да ты такая... Ты такая страшная, что даже полароид отказывается тебя фотографировать. Ладно, не переживай. Что еще? Саня, а что ты не говорил, что ты коптить умеешь? А? Катенька, это твой любимый пакет. Йо-йо-йо-йо. Ты шо, посмотри, сало липованское, подкопченное, Катюша, я завтра собрался с Маратом, готовить лось этого домашнего в горшочках. Помидоры, может, наконец уже откроете мне? Да не переживай, стоят твои помидоры, елка, уже Джессика Тамаровна смеется уже во все пузо. Она уже написала, уже ешьте только. Ей уже не до смеха, вот уже ребята погнали и хватит, кушайте ваши помидоры. Как я сейчас буду ехать на барахолку с тобой? Так камышом пахнет липованским копченым, ёшкинку. Короче, тут я даже не знаю, что ты тут попередавал. Рыбка. Рыбка. Вот ее не трогай руками. Солененькая. Сальце. Смотри, какое, а? В коморе висит себе. Красивенько. Катюля, смотри, с пупырышками, как ты любишь. Это сисечки. Ну, были, да. Были, да. Что тут еще? Саня, ну ты... Мой хороший, ты хоть себе что-то... А сало сколько? Баб Катя, дай я позвоню. Ну его в баню. Алло, баб Катя. Ага. Так и да. Вот возле вас там место есть? Ага. Я постою там денек-полтора у вас, салом поторгую. Домовились? Все. Ды люблю, ды целую. Вот женщина безотказная. Ё-моё. Ты шо? А что мы с ним делать будем? С этим всем... Это мое, никому. Чисто ручная работа. Да липованское вино. Ёлки-палки, Сережа. Это колбаски. На гриль кинул, и потом еще целовать меня да будешь, но не надо. Тебе столько прислали, что прямо... А что, Саня когда-то по-другому пересылал? Я ему говорю, Санечка, ты не голодный, слава богу, он, смотри, даже лишние 6 килограмм были в том году. Ну что ты как это? Он говорит, родненький, успокойся.
Может, не поедем никуда, а? А что с этим делать? Таким давай-ка я, сменом. Давай-ка я яму выкопаю. И что? Слышишь? Буду полдня дрова там полить. Угу. А потом в этой яме... Да не, лучше на вертеле. По древнему липованскому рецепту... Закоп... Ты думаешь, такое на вертел залезет? Чтоб ты понимала, это кусочек ляшечки. Кабанчика? Вот того поросеночка маленького на 250 килограмм. Саня! Ты что? Катюша? Ну, я, кажется, созрел. Свадьбу сыграть. Да? Да. Что, есть гостей, чем удивлять. Так что, друзьяки, что вы нам были здоровы с приветами из Одессы мамы. Поехали дальше с нами. Это такое. Аперитивчик. Просто на самом деле только что съездил на вокзал, забрал. А что у тебя там торчит вот тут? Лохматка. Не, а вот там, внутри. Грудь моя. А, ну ладно. А ты что думала? Я проверяю, авоськи на месте? А, у меня же для Марата есть тоже. Короче, я буду сегодня вонять копченым, не переживай. Эстония. Брат с сестрой передали посылку на днях, конфеты детям. Ну и Марату тоже что-то сладенькое. Ты сейчас заедем, Маратика. Нет, еще не налил. Сейчас налью. Эстония, огромное спасибо. У нас и Латвия, и Литва, и Эстония. Дуже много подписчиков, ребята. Спасибо. Чтобы вы нам были здоровы. Спасибо огромное. Вот такие душевные люди. Дети в шоке. До сих пор вот так вот все до ушей в шоколаде. Радуются. И пусть вот то мыло возьми, хорошее. И пусть все детки... А, вот оно. Угу, давай. Да не переживай. Иди сюда, ребята. Если у вас вот такой же оператор, ищите в Инстаграме. Как его там? Сергей Фармаси? Угу. Короче, я найду, укажу. Вот помощь, на самом деле. Хорошо. Мыло один раз макнул. Так а ты ж... Я бы... Шо? Сейчас же складывать будешь. Так я еще раз помою. Мыло расходуешь? Я еще раз помою. Ты перестань. Я хочу Марату... Тормозок. Ты звонила ему, разбудила его? Да. Он же сорвался сегодня с нами на барахолку. Едет. Сказал, еду. В каком-то веке. Скажи мне, что чем будем усадникова удивлять? Домашняя горилочка или джинчика бахнем? Давай джинчика бахнем. Да? Угу. А ты попадешь в дырочку? Садись, двойка. Так, нельзя мне такое говорить. И как? Можжевельник. Там ребята спрашивали, как. Ёбы ВГД. Обалдеть, слушай. А мы у Марата спросим, деле, как. Аромат такой, что... Не передать. Как они этого добиваются? Ручками. Ну как ручками? Катя, обыкновенно. Не знаю я. Эстонская эта фляжечка, да? Что, безразмерная? Теперь что-то? Не перелей. В дырочку-то, Серёж. Самой смешно стало. Тишина. Собаки гавкают. Даже петухи не поют. Все, ваша песенка спета, уже отпели. Все, все. Я с утра кукарекаю, что на его баню. Ты смотри, Катя. Ты прямо мастер. Поэтому попаду ли я в дырочку? Больше говорить мне не надо, да. Я уже, если честно, не помню, как на тракторе ездить. Но за 20 лет официанства я... В дырочку вот это, в дырочку... С закрытыми глазами уже поднаучился. Слышишь, смотри, прямо аж инеем пошло. Маратик, родненький, выезжаем. Сало завтра попробуешь. Все, Катюня, гай-гуй, давай быстрее. Держи пакеты, все это засовываем, рассовываем. И понеслась. Эх ты, Одесса мама, встречай таки, Липован. Эх ты, барахолочка, трамвайчик, все на базе. Катюня, да. Иди сюда. Я тебе по секрету скажу, что этот, Марату звонил, он не поедет. И что у него там? Устал маленький. Что-то всю ночь жарил, я так и не понял, несуразное, что-то он там говорил. То, что или Марат... кого-то. А? То успокойся. О, это тогда я буду употреблять. Не-не, сиди, будь нормальным этим оператором. Я ж забыл дома, был в рынду, не дал. Эх ты. Ну так у меня есть дежурная. Друзья, теперь точно вы понимаете, что мы в Одессе находимся. Рында с собой, все с собой, авоськи с собой. Ну что, пойдем? Угу. Сделаем что-то красиво? Сергей. Катя, мы же в люди вышли. Как ты говоришь, я там какая личность?
Надо публичная. Быть красивым. Да, оставь ты в покое, елки-палки. Поехал сегодня. Главное, чтобы удобно было. За передачей. Даже дома стыдно в таком ходить. Да я специально оделся, чтобы не узнали. Ух ты, фазан какой, ё! Какой фазан? Это орёл. Ой, фазан, орёл. Алёр. Кто? Алёр. Кать, не коверкай ты, посмотри, что за агрегат. Ёлки-палки, да не фукай. А что, это уже купили или еще продается? Почем этот? 20 гривен. Орел? Хорошо, а чтобы купить его, сколько стоит? Никогда. А, я понял, 4000. Никогда. Аккуратно. Ты видела какой, Кать? Сколько ходит первый раз такого вижу. Мне женщина понравилась. А? Женщина больше понравилась. Да? Я постеснялась ее снимать. А у нас тема здесь интересная. 4000 орел. Ого. Катя, смотри, мы на барахолке, чтобы меня в кадре не было, снимай вот все полезное, потому что телеком что-то ключ. Профукаешь. Что? А, интересно, заодно и знаешь, сколько время. А машинка вон, смотри. Где? Да вот. А, ну тут такое. Для стрижки. Да что такое? Котам жопу самый раз равнять. О, редукторы хорошие. На газ-баллоны у нас уже есть. И прокладки здесь, карандаши. О, Катюня. Смотри, какие знатные поварешки. Ой, точно. А? Точно. Ты, может, ты выплюнешь уже, что ты там с собой из-за принесла? Точно говорю, а что я выплюнула? А, еле говоришь. Нормально я говорю. А то же этот. Тебе не надо? Что, вот такая? Ну, у меня есть чуть-чуть меньше. Топоры, кувалды, молотки, понеслась. Слушай. А. Говори. Вентилятор вот такой надо. Куда? И капкан. Где ты видишь капкан? Капкан перед вентилятором, ты видишь? На медведя. Капкан? Давай Марату подарим. Он сказал, что у него мышь завелась. Ой, я, кстати, забыла спросить. Они с ней справились или нет с этой мышью? Я думаю, что приручили, теперь она с ними живет. Он тебе не рассказывал? Теперь она с ними живет. Марат, не забудьте мне рассказать про мышь. Я возле него выходи. Не, просто у него сколько? 3 кота? И мышь завелась. Так ты не спросил за нее? За мышь? Да. Не? Эх ты. Да ладно, спросим. Тарелки, посуды. Сывочек. Не, мне что-то надо по-любому полезное. Конечно. Я еще просто не знаю, что. О, я тут чуть-чуть было не прошла. Столько всего. Ты какая-то зачарованная. Я просто хожу, получаю удовольствие. Что Марат не поехал. Да в другой раз возьмем его. Смотри аккуратно, Катя, у тебя плохо получается. Что у меня плохо? С хрупкими вещами. Да, и лучше я подержу, у меня все-таки уверенные руки. Надо нажать. Куда? Вот на дыр, на, вот здесь нажми. Нажми, Сережа. Да не нажать, надо приподнять. А? Опа. Опача, а для чего это, для яиц? Не знаю. Есть неудобно. Нет, это шкатулочка, наверное. Красота, слоны, фарфор. Мы ехали, дождь начался, я подумал, что сейчас уже все. А нет, товар непромокаемый. Смотри, какой утюг. Угу. Слушай, тут так интересненько, да? Где, у нас на барахолке? Кать, всегда. Не, мы сегодня с тобой с другой стороны пошли, так что-то в этом есть. А вот креманка мороженица или что-то такое? Что-что? О, ведро, смотри, какое-то чуть не профукало. И сколько стоит? А почем это ведро? 2. А, я понял. А чтобы забрать? Чтобы забрать, где? Понятно. Сразу вот здесь человек говорит, уже сразу и поторговался. О, чайник у нас такой был, это не наш? Не знаю. Это не наш, да? Это наш. Это ваш пока, да, ничего. Скоро будет наш. Это я знаю. Что весь набор стоит? 700. Понятно. Чуть-чуть дешевле ведра. Это для чего? Ну точно так же помидоры вылавливают. Только немножко. Ну это уже модное, по-другому, да. Ну, помидоры ловит тоже HBO. Так, что еще полезного? Камера, видео. Бритва, я таких не видел. Это что это такое? С часами? А, это уровень чего-то выставляется. Жилет, между прочим, какой-то раритетный, наверное. Да, ты что, в коллекцию? Плохо, что я не собираю. Так, может, никогда не начать? Поздно. Смотри. Тут есть такие, вот так, кассету, потом раз, и убирается. Давай Марату подарим, у него было сегодня день рождения.
А под его усы по-любому что-то такое надо. Непростое. О, Катюнь. Ты что, помнишь? Опа, опа. Хотя, что ты помнишь? Вот были ли времена с этим связанными. А не надо Алине такие? Алине? Ты что, думаешь, она играет? Не, у нее есть. Откуда ты знаешь? А может быть... А это что такое? Азбука Морзе? Нет, это склеивание ленты. А-а-а. 16-миллиметровая лента. Ничего себе. Поняла? Целое смотри. Дело. Саньо, Монтана, что хочешь. А это что? Это топор. Ух хорош, ты. Хорош. Нет, да. Я вот не за это. Вот а, это кабанов шмалить. На горелочку одел. Кстати, ну у меня есть. Кабанчик же заехал. О, а что это за мотоциклы, сегодня? Посмотри. Кого? Мотоциклы. А этот человек пытается на ходу запрыгнуть. Или спрыгнуть. Хороший, елки-палки. Смотри, с педалями, наверное. Здрасте. Со спины тоже? А что, почем этот супербайк? 100 гривен. Ага. Надо или сейки по-любому надо, да? Дорого как-то. Да, кстати, в покое поторгую. Давайте 120. Хорошо. Все. А я как знал, что нам сегодня сюда надо. Так что, вот этот? Это хороший, ему понравится. Спасибо огромное, спасибо и мы вас. Так, ты видишь, у меня без дачи, так что я сегодня банкую. Мы уже не просто так к вам зашли, так еще и полезно сделали. Так, в авоську рано кидать его. Не, он газует, это что-то очень... Я не знаю, это надо разбирать. Да разберем, посмотрим. Он уже инерционный. Ага. Да, я понял, он так газует, а у него еще не просто так, что-то у него тут нажималка, педалька есть, да. Вот это... Ага, это... разберется. Вот так. Понятно, на дыбы. Вот это... Еще и газует. Что-то там... Я не знаю, я не хочу ломать. Не надо, это же уже наш. Кать, ты не смейся, коллекционный, поняла? Под номером, по-любому это что-то значит. Ну, Елисей, ты бачь, какой папа у тебя. Сам в шоке. Это что, как... В детстве не наигрался. А ну что это за ой, какая стрекая, красивая Одесса. Что? Одессу покажу. Вот тут беленький подсвечничек. Ну-ка, посмотри. Какой? Вот этот? Так. А почему этот подсвечник посветлее, который? С одной ручкой. Вот ага. Ну возьми посмотреть в руки. Катя, мне, там, мне твое это настроение командное не нравится. Ну, угомонилось. Что командное? О, а то я сейчас ей тут вставлю разок. Да. Чтоб люди видели. Не, а, ладно. Хорошо, так, балалайка без струн, нормально. А ну, а тот второй, посмотри. Пистолеты. Ну, что ты там полез куда-то? Да тут тоже что-то полезное, Кать. Ну, да. Может, там что-то уже поздно, хорошее. Поздно. Это спасибо Марату, мы сегодня хотели пораньше приехать. А он нас задержал. Ого, какой. Тыщ. Добрый. Сегодня по игрушкам. Так что тебе подсвечник? Ну, вот такой мне надо. А у меня нет денег на него. Ну. Держи, помыть надо. Ладно. Сколько сказали? 150, а помытый 200, так что бери этот. Что у тебя там было 200 гривен, я видела. Вот глазастая. Да я хотел еще ребенку что-то купить. Ну, потом мадам, возьмите, пожалуйста. Пока вы не свернулись, видите, мы вам чуть-чуть вот так вот кассу сделали. 150, а вы мне. Или хотите, я вам дам еще 50, а вы мне 100 целые. Как? Посмотрите, пожалуйста. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Здравствуйте, здрасте. Привет. Вон, видите, я уже пока себе руки не занял. А он же. А, здоровенькие были. Салют. Иди сюда, рядненький. Привет. Что, вы уже едете обратно? Да. Что-то полезное купили или что-то продали? Мы только приехали. А, только приехали? Так мы тоже только приехали. Спасибо. А, пусть поправляется поскорее. Сейчас я сфоткаю вас. Давайте, конечно. Там ага. Еще у нас есть. Понятно. Что, ты с дачи забрала мы? Да, 50 гривен. А, ну, оставайте, так. Да, ну давай. Да, так, донесет, у него есть. Молодцы. Все, порядок? Давай еще раз, бомби. Давай, пятюнем. Красава. Все, до скорых встреч. Все, будьте здоровы. Большое удаление, у нас там есть строение, дачный участок. Так увидимся, и мы там сейчас и живем, так что все будет нормально. Мне жена сказала, что вы там большое удаление, да. Есть интерес. Сегодня уже оттуда. Как потеплее, так будет еще больше интерес. Хорошо, свидимся. Все, хорошего дня вам. Катюня, держи, чтоб тебя подсвечник не жахнуть, слышишь? Или чтоб мотоцикл не поцарапать, аккуратно. Короче, вот так вот. Ой!
Соседи наши с Большой долины, видишь? Серьезно? Да. Слышишь, чем дальше в лес, тем красивее. Мы только вышли, а уже хочется все купить. Тарелки эти японские. Слышишь, в Одессе очень много с этими. С Японией, да? Да. Связано. Смотри, маленькая утятница. Когда-то такую видел? Это для перепелок, наверное. А? Или для какого-то сопленка табака? Чего, может быть, кокот делать грибной? Шо-шо? Кокот. Для какой-то кокотницы есть. О, я подумал, что это ласты с фонарем. Это ж фонарь просто, да? Думают, это, блин, гребешь и видно тебе. Все море, хоть ночью плавай, хоть днем. Ой, мама дорогая, ты меня представляешь в таких штиблетах? Что я по Одессе хожу и исполняю, а? Ты же там свадьбу сказал скоро. Да это просто для настроения, свадьба здесь причем. Я думаю, что в таких меня никто замуж не возьмет. Что значит никто? Я о тебе высокого мнения, понимаешь? Поэтому говорю, не, ну какое же оно все старинное. Вот мне нравится, конечно, красотища такая. Прямо музей бесплатный. Ходишь по Калантайской и глаз не нарадуется, да? Скажи, мы сегодня прогуливаемся или что-то опять конкретно нам ничего не надо? Что это за рамочка? Я как всегда, смотри, я тебя хочу попросить. Да. Уже забыл, что. Возьми вот ту рамочку в руки поглядеть. Ты видишь рамочку? Ты всегда ко мне так обращаешься, как будто бы я там торгую. Просто я стою здесь. Мне неудобно туда наклониться. А ты прыг и взял. Это ваша рамочка? Да. Почем эта прелесть? Рамочка, как тут забрать 15 гривен. 15 гривен? Да давай я не буду даже нагибаться, тебе ее возьму. Ё-моё. Да может, шо? Мне она не нужна. Плитка и стекло, керамика, что это? Тяжелое что-то полезное. Она, вот видишь, чуть-чуть лопнувшая. Что? Ну и что? Я тебя умоляю. За 15 гривен. Ну а зачем мне лопнуть? Будешь делать нервы. Ай-яй-яй. Извините ее. Пойдем дальше что-то искать. Это что такое? Маленький стул? Не знаю. Хороший. А хотя нам уже не надо, нам уже Серега подарил. О! А это что? Это насос, а не это что? А вот это, вот это. Это багажник. Ага. А я смотрю, что что-то знакомое, только не могу понять, что же это. Ты меня насмешил. Рассмешил. Насосом? Я хотел сказать, что я из-за того насоса шрам здесь имею, из-за такого. Может, даже из-за этого. Слышишь, нам нашему Люку намордник надо. Ну, не этот, конечно, этот ему на все тело налезет. А лодка тебе не надо? Кто-кто? Лодка. Не. Здрасте, здрасте. Здоровенький был. Монеты, салют. Здравствуйте. А нема у вас рубчиков? Рубчиков старых нема? Есть. Тех нет, еще? Не, не, таких и у меня много. А какие? Какие нам надо, Виталус интересовался? Я сейчас покажу. А ну-ка. Полдоллара есть, как 4 доллара. Вот, 5 рублей. Вот такие. А, 5 рубчиков я таких вообще никогда не видел. Собор, да. Обалдеть. Да. Ты понимаешь? Да. Киев, красотища. Ой. Да ты что? Да. Прямо пипец, тихо, чтобы обыскать. Он рабочий, кстати, да? Ага. Ёшкин кот. А он на полоборота. А, я понял, вот так вот, короче. Вот. А, все, Катя. Это ж антиквариат. Ты что создаешь, что за ценность, ёма? Да, да, да. Как это? По-любому не подберешь ключ. Шикарный вид. Ага. Левый. Ты видела, как росомаха выглядит? Сзади думала, что медведь, а оказывается, кто? Японская, по-любому, с усиками. 100%. Красиво. Так и да. Шкатулка была у тебя такая у мамы? Не было? А у нас была. Все, вам хорошего дня, поскакали. Спасибо. Да. Удачи. Спасибо огромное. Вот тут что-то полезное по-любому. Вот тут надо всматриваться, слышишь? Ну-ка, давай, всмотрись. Не отвлекай меня. О, всмотрелся слиток серебряного. Видишь золото? А колокольчик старинный. Это кого? А, это слонов, когда выпасают. Обалдеть, такое одевают. Ты такое нашел? Я даже и не увидела. А ты попробуй слона потом в Африке найди. Без колокольчика. А мне Одесса девочка с девочкой горячие в глазах.
А мне вот знаешь, что надо? Что, Серёжа? Да посмотри, какие красивые. Кто? Да топорики кто? Ну, ты молоток уже в прошлый раз себе прикупил, все, пока что хватит. Да то молоточек, мне еще надо для хозяйства. Пирожки горячие. Здрасте, я с чем? Капуста, картошка, горох. Да ты что, я с картошкой, а почем они сегодня? По 20? А мне 2. На тебе. С можно. Картошкой. На все, что ли, взять? Я не знаю. Да ты ж поправишься. Ага. Картошечки 2 есть. Картошечки 2. Ты будешь? Нет. Давай, может, кого-то угостим. Ну, хочешь, бери, конечно. Ага. Сколько у вас тут осталось их всего? Посмотрите, один горох. И три? Картошки и одна картошка. Давай, давайте все, чтобы вы не мерзли, я вас заберу, пока они теплые. Хватает мне? Да. Без очков неплохо считаю. Хватает. А, свежие подъехали. Это с чем? Это горох. Вот это горох, да? Вот это горох. Да. Это картошка угостите кого-то, она раскрылась. Ага, хорошо. Да. Так. Так давайте я вас заберу ровно на стой, а этим вы меня угостите. Хорошо. Правильно? Все. Так, главное, чтобы вы не мерзли, правильно? Поручите. Подержи деньги. Это ваши деньги, вы закиньте их куда-нибудь, а я вам просто подержу под пирожки. Давайте. Вот сюда ставь. Хорошо. Вот смотрите, вот это я вам вложу. Горох. Первый пошел. Так. Второй дальше. Пошел. Подождите. Капусточка. Так. Да. Сейчас мы еще один положим, уже такие ненадежные ключи. Так. Там нормально пирожки-то алло. Точно выдержат. Нет. Надо еще один. Это я вас угостила. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Подождите, я в авоську положу. А, давай. Да, я вас умоляю. Да. Давай. Все, вот так вот. Спасибо. Прямо хорошо. Туда, в товар. Все. Будьте здоровы. И вы будьте здоровенькие. До свиданечка. Вы очень красивые, так что не переживайте. Да. Спасибо. Погнали. Эх ты, Катюня. Людочка наша звонила. Холодец мне несет. Серьезно? Марата уже занесла, теперь нам несет. Она просто услышала, что вы все никак не можете меня сварить. И что, и варила всю ночь? А? Вчера сварила, от нас пришла, разлила и теперь несет. Вот неспокойный человек. Такие только у нас в Одессе, ты видишь? Ох. Что? А ну сними вот эту вот подставку. А что это? Надя. Надя, сестричка моя поймет. Да, да, да. Сколько она Наполеонов на этой штуке понасобирала. Катюня, так мы куда идем? До Люды? Да, я не знаю. А куда она несет? Она идет с Серова. Ну? На Калантаевскую. Сюда. А по какой улице? А где Серова? Вот та. Ну, значит, пошли назад. Вот ты, ё-моё, еще тот экспедитор. Давай идем быстрее, чтобы пирожки не остыли сейчас. Людочку так ты угостим. Кушай. А, да? Слышишь? А тепленькие. Как у тебя, Катюша. Губы, обалдеть, ребята, приятного аппетита. Сейчас чая не хватает горячего. Да цыганишь где-нибудь. Смачного. Ты просто не понимаешь, насколько это вкусно. Пригуби, ты кайфанешь, я тебе говорю. Да ни один вареник таким вкусным не был. Салфеточку тебе бабушка дает. А, все, погнали быстрее, барахолка закрывается. Вот они у вас вкусные, боже мой, спасибо огромное, спасибо тебе. Вкуснятина. Зазорный, блядь, это вот от караколика. Еще на пирожок осталось. Я уже вижу. Кого? Людочку? Вы не перестаете нас удивлять. Я вас обожаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Как будто бы и не расставались. Катя сказала, я аж не поверил. Катюша, аккуратно. Катюша только вчера виделись. Просит Марата, чтобы он сделал холодец. Ага. А я вчера сварила холодец. А этот вот, разлила его, когда приехала. Маратом мы ехали по дороге. И он говорит, я иногда холодец беру там-то, там-то. Я говорю, подожди. У Игоря Копченого он берет. Да.
А я говорю, у меня же холодец находится дома, только надо разлить его, и говорю, чтобы он так застыл. Так вы после нас, получается, после этого супа поехали к вам разливать холодец? Марат поехал домой, а я разливать холодец. Ну, Катюша. Это что я говорила, Республика Шкид. А, я думал, что это инструкция, как холодец кушать, нет? Конечно. Вот это... Катя, смотри, какой раритет, обалдеть. А вот это... Боже, спасибо вам большое. Потому что здесь по высоте, но я думаю, что застыл. Он должен быть хорошим. Спасибо. Так, где твоя сетка? А ты что, вот сюда, все, возьмите себе пирожок. Боже, сохрани, я такой не кушаю. Да вы не пробовали эти пирожки, это... Нет, я так не ем. Вот, и я думаю, здесь у меня сестра, я ехала, она у меня на... Там вот живет, на... В Одессе, короче, тут, понятно. На градоначальницкой. Да. А вы их взяли? Так, а вы уже были у нее уже? Нет, я иду к ней. Так закиньте ей пирожков парочку. Слышишь? Я понял. Слышишь? Я понял. Все, мои дорогие. Катя, какой красивый трамвай. Все. Удачи вам. Спасибо огромное. Спасибо большое. Давай, моя дорогая. Мы вас обожаем. Люблю. Спасибо. Так уже, получается, можно домой ехать. Книга есть, пирожки есть. На улице холодно, он не растает. Холодец есть. Ой, умора. Вот это да. Что? Сальтисончик. Вкуснячий. Я его еще, я сегодня утром его еще... Не, ну классный, правда? Очень. Она такой классный приготовила. Мне завтрак с вашим сальтисоном. А, я помню. Что я век ее помнить буду. Ох и бинокль, Катя. Я еще помирать не собираюсь, Сережка. Ты посмотри какой. Французский дальнобойный, пока, да? Пока. Почем этот? Полторы. Сразу видно, что таких в Одессе мало. Обалдеть. Паяльники, смотри, какие. Будет тут только у вас водить. Да. Шангин циркуль хороший. Ты знаешь, что это? Кать, там угомонисты уже что-то. Решила меня чем напугать. Не напугать, чего? Уточнить? Это вам ресторанчик на заборчик ваш. Спасибо. Конечно. И у вашего осечка. Ой, тихо-тихо. Я сейчас Республику Катюша подержу. Вот там может у меня. Сейчас, 2 секунды. У меня для этих дел. А что вы делаете? Другая авоська есть. Я хочу, чтобы вы ресторанчик поставили где-то на самое видное место. На заборчик. 2 секундочки. Возьмите, пока теплый. Я не хочу. Спасибо. Так кому-нибудь подарите. Вон дадите там дальше. Я уже съела 3 сегодня. Да ты что? Катя, иди нам помогай, мы запутались тут. Все. Подождите эту подставочку. Ага, да, вот. Деревянная. Да я вас умоляю, хотя бы вы пирожок возьмите. Вы же сегодня не ели. А, вот так. Вот это подставочку. Спасибо. Все, дуже дякую. Вот спасибо огромное. Хотите пирожок теплый? Только теплый. С картошкой или с мясом. Возьмите, я вам говорю, возьмите. Вот, спасибо огромное. Все. А мне же много не надо. Вот. Красота. Ты меня рассмешил, Сережа. Скажи мне, если я сейчас пирожки оставлю в машине. Ну, Люк их сожрет. Люк их съест, да? Да. Ладно. Даже можешь не сомневаться. Так я оставлю все, кроме пирожков. Ну, иди, оставляй. Швейная машинка не надо? Смотри, какая. Нет, Сережа, да, нет. Я ту вообще никогда не видел, посмотри. Иди, пожалуйста, помойся. А эскалатор расставляю в стороне, и весь бульвар это небольшим букетом. А Аниса милая протягивает мне, ее походка так надежна и легка. Здравствуйте. Здрасте. Дядя Сережа. Вот здрасте, здрасте. Так и да. А где Катюня? А вон же стоит, снимает, елки-палки. Да, оператор устроилась. Здрасте, здрасте. Слышь, я холодец, чтоб Люк не съел, в бардачок тебе поставил, так что не переживай. Главное, не забыть если его потечет. Там. Я больше думал, когда же который час вы гуляете, столько раз ходите. Ой, по-разному. Сегодня вообще уже почти поздно. Давай, шмаляй и понеслась, да. Давай, Борька, остановись. Борька, остановись. Хочешь пирожок? Обалдеешь, ухожу. Вот тебя. Это уровень. Да. Круто. Шикардос? На, угощайся, потому что меня только что угасили. Обалдеть, какие вкусные. Горячие. А ну, подержи за авоську. Сейчас, вот так вот, раз. Сейчас, давай. А замуровали. Не знаю, с чем он очень вкусный.
С папой поделишься или папа тоже угостить? Да, держи. А вы там бери с мадам на двоих, больше не дам, потому что еще кого-то угощу. Все, ребята, крепкого здоровья. Счастливо. Погнали. Бачишь? Пирожков много не было. Блин, два уже осталось. Обалдеть. А вкусные какие, Катя, я не шучу. Не, на самом деле думал. А? Думал что? Я думал, куда холодец притулить. Угу. А люк там носом ворочает. Ворочает, о, да? Мне эти, как это, кассеты на пластинках надо были. Смотри, какая. А нет у вас Ив Монтан, если я правильно говорю? Правильно говорите, нет. Нету, да? Вот же, блин. Смотри, какая. Дон Кихот и Санчо. А что, ни коня, ни мельницы. Но очень интересный. О, Исидора Дункан. Если то быстро собирается, а если не торопится, вот видишь? Ну, получает так, до последнего вот, удовольствия. Вот так вот и походим, да. О, а вот и этот. И того Дон Кихота конь. Ключи разводные, что-то хирургическое. Наперстков много. Да? Какие хочешь, да. Ну, есть модные, а вот обли, это оригинал. Слышь, а у кого машина без капота? Чайка. Ты посмотри, а я не знаю, что это газ, заз, даст. Победа какая-то или что это? Не Волга? Океан. А, нет, Победа, от Победы, обалдеть. Железная, настоящая. А смотри, вон еще я одна такая поварешка, как мы с тобой купили, или не такая? Похожая. Нет, это уже другая. Вот еще одна какая-то интересная есть. Мельхиоровая, походу. Это тоже. Без мишки? Нет, там, там курица была. А, на той, на нашей, да. То другая. Тяжелая? Ну, такая, интересная. О, смотри, перчатки для Меланьи. Для Ульяны, ты хотел сказать. Ну, чтобы она делала Елисейки уже, да. Нервы. Замечания. Физические. Ты ей только дай. Она у нас и без перчаток. Интересная мадам. Лебеди в ассортименте. Слушай, мне кажется, мы сколько с тобой не ходили, или сколько мы с тобой ходили, мы все время ходили быстро. Вот тут это же надо просто медленно идти. Просто еле-еле. Глаза разбегаются. А мы идем, и да? И скажем разом все-все-все лучше и лучше что-то выглядывается. Вот тут хорошее, да. И нож, и бинокль. Вон эти крокодилы тут продавались. Но у нас уже есть, слава богу. Что за крокодилы? Ну как, что за крокодилы, которые машину реанимируют? А, прикуриватели эти? Да, да. А вон и чай, кофе. Ты хотел... Дрель, шуруп, моторы. Сегодня прям много коней, да? Вон, Сергей, видишь? Куда смотреть? Наполеон и Жозефина, вон, на свидание. Ага, точно. Угу. И ступка какая-то, да, модная? И не одна, вон рядышком еще одна. Да. А мне Одесса, девочка с издевочкой в глазах, на губах. Что ты интересное увидела? Дельфинчика. А, да ты что? Да, весенние танцы. Красивые. В камнях, ты бачишь? Ага. Ну, возьмите ручки, посмотрите. Там у нее такой фильмоскоп, что и дотянется. Ну-ка. Ну, слушай, интересненький такой. Тяжелый, бач. Что, можешь взять тебе брошку сделать из него? Да нет. А что? Будешь одна такая. Я вам хочу сказать, эксклюзивная вещь, Арит. Это ни у кого такой нет. 100%. Зажигалочка тут вот старенькая такая. Да. Ага. Ножнички. Есть такая. Вот видишь, как приятно вглядеться. О, так это типа оригинал? Да. О.
Это для себя любимого такое поносить. Пепельница карманная. Ёлки-палки, Кать. А у меня карманов нет. Сколько удобно. Ты вроде как курить должен бросить. Ну да ладно. Никак не да я не для себя, для Марата. И что почем такое? 250. Блин. Но она что? Да чуть дороже сигарет. Она не дает запах. Не пропускает? Она как цепторовская. Знаете, когда пепельницу тушите, она не... И она не пахнет? Да. О, блин. Интересно. Это а еще и форма такая у нее. Посмотрите. Слон в слоне? Вот да. Это, блин, кто-то повышивал. Ты понимаешь? Это ж как надо было чистое там выгрызать. Дерево. Обалдеть. Приятно. Продастся. Спасибо. Катюня, аккуратно машина. Угу. Блин, вот видишь, когда я говорю, когда не торопишься. Угу. Вот всякое все. Вот все, да? Рука вот даже тебе, а ну идем вот здесь. Даже тебе то, что не надо. Вроде как надо, да? И вроде как надо. А тебе не надо такие? Где ты тут, Сереж? Какой парусник? Что? Там парусник такой зачетный. Тебе не нужны ух такие ты, корзинки? Кошелки для винограда. Шо-шо? Корзинки такие не нужны? Это кошелка называется. Ну, кошелки, нет. А почем? А маленькие? 150. Ага. Да, это для виноградика. Ну, в таком случае почему приятно. Почему для виноградика? Яички можно сложить. Да, может, яички, может, яблочки, елки-палки, что угодно. Стоит себе на столе летом. И вкусно. Ручная работа. Мне нравится. Ой, банькой запахло сразу. А может, к Васильичу махнем? Вот сейчас прямо после, как это, аккуратно люди. После барахолки? Не, ну. Давай, о, слышишь? А. И следующий звонок делаем Марату из ЕРМЧ. Я говорю, ну что, ты не хотел? Вот что он запоет? Я думаю, что он возьмет билет и приедет. Да. Да, очень хочется к Васильичу. Мы же деловые, елки-палки, целая куча дел, что не можешь... Очень полезная вода из него, понимаешь? Понимаешь ты, Сереж? Вода полезная. Я не знаю, но я бы уже попил бы. Что там ребята говорят? Ну, точно что-то полезное. Колонки, аппаратуры. Так. Ух ты, Эйфелева башня. Это что, вешалка? А ты знаешь, вот что вот это такое стоит за стол? Вот какое? Вот ну это, вот это? Как да. Эйфелева башня, я тебе сказал? Нет, вот это вот. А, вот это? Да. Это стол. Кровать это, ё-моё. А, успокойся. Правильно, кровать. Катя, не сделай из как меня. Как она называлась? Подожди. А самокат какой? Где? Ух ты, блин. Такого даже у меня не было. Да. Подожди, как же называлась эта кровать? Представляешь? Ты хотела до Наташи дойти? Да. Только по кепке можно. Здрасте. Хотите пирожка? Ой, два. Нет, да тепленькие только это, остались. Это с Франции или откуда? Нет, с картошкой. А, нет, спасибо. Я понял. Что у вас тут интересного? Все. Все как обычно. Все интересное, все денежное, но не дороже денег. Катюня, ты нет, посмотри. Нет, я понял, но красивое такое, это что... Это вряд ли что... продавание бижутерии. Бижутерия. Вот это не бижутерия, вот это сильно. Вот это уже настоящее. Это Deutsch, это немецкие десантники. Вот это? Да. Это вот такие ноги у них маленькие были. Я думал, что конек-горбунек это какой-то, это не? Это с каблуках. А-а-а. Это вот на тех ботинках. А это от Фройлен, походу. От беговой лошади. Вот это от битюга, ага. А вот тот беговой, это ипподром. Понятно, легенькая вот такая, ты шо? Вот это кузнец, не каждый сделает. Почему? Толщина металла. Ага, с таким поиграться. А это вот одевалось ботинки, вот это было вот сюда. Потом хлобыть, короче, и... сначала одевали на военнопленных, они их разнашивали, чтобы немцам ноги не терло. Потом... Вот же елки-то палки. Все продумано было. Беда. Да мы дурные, одели новое, натерли ноги, все, подошвы нету, стерлось. О, ну не скажите, я вам уже третий год не могу тебя стоптать, что они сделали, из какой бумаги папиросной. Легкие, 80 грамм весят, короче, неубиваемые. Это таки да. Ох, Катюня, ты шо хромовые итальянские? Да нет. Не? Да дайте расхвалить немного, елки-палки. Бижутерия.
Катюня, он, смотри, клизма немецкая, а? Да. Ты что? Нет, это пыточная машина. И заливаешь. Пока не признаешь. Блин, а я в машине оставил, сейчас бы залил. У меня было с собой. Все, будьте здоровенькие. До свидания. Смотри, императрица какая пошла. Где? А вон, впереди, баш? На голове непонятно, что навязано. Заглядываешь. Скажи мне. Что? Да мне что-то надо было. Ну вот по-любому. Ну пошли вот так вот, может, что попадется тебе. Я хотел поварешку. Да нет, не поварешку, для плова еще что-то удобное. Кать, а что удобное? Прямо новая машинка. Здрасте. Здрасте. Подписано вас. Благодарочка. Спасибо. Пирожок хочешь? Да тепленький, я тебе говорю, та бабушка, только это не жирный вообще. Я ел, аж губы трескаются. Держи один. Все. Давай, спасибо. Будь здоровчик. Все, еще один. Кто-то по Одессе счастливчик хочет. Родненький, на тебе пирожок теплый. Здорово. Ты что? Я тебя видел. Ты что? Теперь и себя увидишь, передай привет. Кушай пирожок, будет нам здоровенький. Ого, тихо, не пали контору. Здорово, братцы. Смотри, какой черепашка-ниндзя, Катя. Да видела. А машина еще глазами какая? Мигает. Еще и светится, это вообще Донателло, елки-палки. Ну это и фитнес Донателло. Турочки. Да? Нет, а я не знаю, я сам не в курсе, но вижу, что похож, короче. Как ты еще, кто там был? Донателло, Портабелло, кто еще? Эх ты, ой, елки-палки, Кать. Сякие гребни. Это очень красиво, ты понял? А вот, 200-летие Одессы, кафедральный собор в виде ложечек. О, так это жена того орла, что мы видели в начале видео. Все, счастливенько, давай, до скорых. Я же тебе говорю, что у нас дети смотрят, а ты говоришь, эх ты. Чайничек. Каноли вы, елки-палки. Будете меня снимать, я очки хотя бы вешу, пойдем. Шубочки, понятное дело. Там у вас здесь что одевать? Это не такое тебе надо было? Ну, не совсем такое. Хотя это интересно. А ну, дай потрогаю. Она новая? Я вижу, братик. А мне для плова надо, понял, немножко разогнуть, чтобы под другим углом. Не-не-не, это. А что? А у меня, смотри, какая есть. Где, а ну покажи. Мне надо такая, чтобы в казане на 80 литров отжигать, чтобы она не треснула. Не, у меня вот такая. А, ну вот это прямая. Детская, но хорошая. Вон. Такое. Чуть-чуть. Я люблю нержавейку. Ага. А, вижу. Алюминиевые тройные. Не, чуть-чуть не та, потому что там ложка должна быть. А фляжка? Вот это Мишка. Вот это? Замешивать тоже. Вот Мишка, вот Мишка и нормально будет. Здесь разобрать, так немножечко закруглить. Я говорю, и будет хорошо. Когда кашу из топора ты ее наваришь, вот. Если на этом варить, такой навар будет, и несерьезно. Два пальца по-любому. Ага. И топор можно кинуть, и что, и игрушек накидаю. О, чемодан, Кать. Так это он больше альфатора, елки-палки. Электроник? Сразу с утюгом. Я знаю, где кнопка у него. Ага, смотри, с утюгом обогрев ручки идет. Все, ребята, будьте здоровенькие. Да. Это не утюг, Сережа. Ой, кипятильник, я и понял. Что, купили этих? Рога. Кого? Рога купили, аккуратно машина. Что, рога закончились? Правильно. Я же говорил, продастся. Ты что, а у него всегда все интересное. Так что тут 2-3 раза один и тот же товар редко попадается. А я за ними грущу. Ой, как. За рога. Ты посмотри, какой эмалированный. Евгений, здрасте. Смотри, какой эмалированный и новый. Что, почем эта радость? Прошу 250. Да ты что? Тебе надо? Это тебе надо. Да. Ты с работы пришел, я тебе теплой водички ноги, набрала, чистые. Ножки тебя помыла, повытирала. Вот так? Да ты что, за 200 гривен, говорите, зайдите. Ну ты такая дама ноги моет. Ты что? Да ты должен дать 300, положу, спасибо, дорогая. Там мне же ей на мыло надо еще оставить, тем более у меня денег нет. Эх ты, на пирожки все потратил. 220. Сколько у тебя есть? Надо? А что это такое? Это для белья? Ну я знаю, да. Сколько денег? 200. Нет, это когда жена сильно любит, то не только ноги, это еще и по пояс может покупать. Залез туда,
И она тебе... Не стоит. Сауна ходячая. По веревке надо как-то там отрегулировать, я не знаю. А, наверное, вот я понял. Да, по веревке. Ага. Не, они вот здесь цепляются, вот снизу. Зафиксировал вот так вот лямочку. Все. Раз, два. 100 гривен хоть дам. Так, а ну-ка, липучка, куда идет она? Это алюминий только на 100 гривен. Я тебе принесу. 100%. Алюминий обратно. Алюминий. А ну-ка. 3 гривен на килограмм. Так. О, так это по-богатому. Смотри, вот тебе и стоит уже. Да, уже стоит. Почем? Вот хорошо. Спасибо. Почем? Спасибо, что сказал. 200 рублей. 200? 200, бери, вот. Хорошо, бери. А это почем? Тоже 200. Так что, нам за 300 все заберем, не? Нет. Да, я шучу. Давай. Есть 200 гривен, дай. А что тебе надо? У тебя кепка, тазик. Как у таксиста. Эй, а Марджоба одна в Одессе такая, именно настоящая. Возьмите, пожалуйста. Все, тазик мой. Давай. Так ноли вы, елки-палки. Да идеальные, это же эмалированные, таких уже нема, елки-палки. Они уже все побитые, там ржавчина, да? И смотришь так на свет, где-нибудь дырочка. Короче, тебе не нравится под пластмассовым, когда я тебе ноги мою, да? Что это? Я же тебе сказал, 100 гривен даю. Да нет, ну... Да тут работа, там же клепки. Катя, одолжи человеку 100 гривен, пусть заберет себе эту штуку. Чтоб жена ему тоже что-то мыла. Ну а что ты? Одна такая будешь? Ну да. Слышишь? Офигеть, я в шоке. Не, я не знаю, ну что-то он мне запал. Знаешь? Ребята? Совсем? Или может я не один такой? Скажите, ну интересная же вещь. Ну для ног так хорошая. Тем более, Сереженька. И вода не остывает. Да просто красиво. С утра вышел? Угу. Налил? Водички. Так. И Миланьку туда посадил. Вот, до обеда вода прогрелась. Я просто думаю, авоська на такое натянется. Мама дорогая, вот это именно шедевр, ты понимаешь? Вот же, блин, сделали чемодан. В руке, в кулаке помещается, а впихнуть можно все невпихуемое. Туда еще сколько влезет? Так я могу вот даже вот так вот ходить. Надо было Миланьку с собой взять. Посадил ее. Люка, точно. Скажу точно, городской сумасшедший, елки-палки. Так и так говорят, что ты думаешь. Серьезно? Да, естественно. А ну кто это сказал? Да все подряд. Да ладно, пусть говорят, я тебя умоляю. А мне Одесса девочка с издевочкой в глазах. И с песнею веселой на губах. Позвольте мне побыть вдвоем с Одессой. Мне нужно ей так много рассказать. Опять иду по лестнице воспетой, а эскалатор оставляю. Ты хотела Наташу когда-нибудь увидеть? Да. А она есть, тебя отсюда видно? Ну, она вернется когда-то? А? Не знаю. Слышь, вот подалась, может у нее этот... Свадебное какой фурик, ты посмотри, прямо этот. Куда как смотреть? Они эти... Неотпетые мошенники. О, самовар с бубликами. Да скажи мне, фильм тот английский я смотрел, «Восьмиклинка». Не Алина Маршал, конечно. Но это с обогревом. Как? У меня еще рингтон стоит на тебя. А, «Острые козырьки», Кать. Хотя, где ты иди, фильмы, елки-палки. Котик, котик. Где, где? О, ты что? Друг такой лепший навеки. Лёва. Ага. Мне вчера с Харькова звонил товарищ, говорит, ребята из котиков показали твои джинсы. По телевизору? Да. А, в Ютубе. Ага. Харьков, огромный привет. У нас очень много харьковчан, так что вот такие люди замечательные. О, Катя, смотри, какой двор красивый одесский. Та ты шо? А? Угу. Шикардос. Смотри, тоже продается. А? Кать, ты что ты смеешься, это ёшкинко, знаешь, какой раритет. А дерево какое старинное, обалдеть. Я по-любому еще мишку япончика видела. Старенькое такое. Сережка, я считаю, что не камильфо ходить с пустым тазом. Кинь туда что-то. Блин, а, были пирожки. Вот бы ел, если бы там было больше целая, пирожков. Да? Я бы набрал бы, да, и ходил бы, людей угощал. А в тот раз там не попались, я всегда люблю. С чем? На барахолке. Да ни с чем, просто пирожки. Теплые здравствуйте пирожки. Вам. Здравствуйте, здравствуйте вам, здоровенькие были. Сейчас подпишемся. Да ты что, обязательно подписывайся, елки-палки. Всегда вот такие по колено есть, елки-палки. Забегайте, всегда рады.
А я милого. Ох, какие эти. Что? Как для химических элементов этих. Ну, поняла? Ну да. Для а вон всего. Там с ртутью или с чем? Что? Да то не ртуть, то что-то специальное. Это лабораторное. Вот, я же говорю, что... Смотри, да ты что тут какой-то... Тебе такое нельзя. Будущий взять, самогонщик где-то ходит и не знает, что оно его ждет. Посмотри, какая изящная. А? Ёбэ ВГД. Это Менделеев еще трогал до меня по-любому. Ну какое оно все тоненькое. Сакешница, он там саке пить. Маленький, видишь, вот я. А ты пила когда-нибудь? Когда-то, когда только открывались рестораны в Одессе. Вот эти вот. Тогда модно было. Здравствуйте. 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 Как я тазик оторвал, нормальный? Класс. Шикардос новый, елки-палки. Свадебный. Ага. То, что надо. Ой, Катя. Ты знаешь класс? Какой? Вишня без косточки. Вишня без косточки? Все, считайте, что рецепт с нас... Я такие ваш сад, наварю, занесу. И вишня у нас растет. Забегайте в любое время. Всего хорошего дня вам. Тут все люди красиво одеваются, не только я. Ты считаешь, что ты красиво все-таки одеваешься? А что, сегодня без тельняшки? Нет, да, сегодня я красиво оделся. Не как обычно. Смотри, сколько там чемоданов. А мы же там уже покупали. А это улица какая-то чемоданная. Припозднились мы с тобой сегодня немножко. Смотри, покажи ты людям брусчатку. Ну это же прелесть. Там брусчатка, Катя, это вот та дорога, асфальт. Ну хорошо. Старинный, да. Вот это красиво. Слышь, а ну иди сюда. Учить тебя да надо, пипец снимать. Смотреть. Иди сюда. Иди покажи эту прелесть. Ну это же чудо, елки-палки. Что ты гуляешь по Одессе и не видишь ничего, что под ногами счастье лежит. Вот это красиво. Все, позалипало, пошли дальше. Так. Ну-ну. Слушай, хоть бери да список составляй перед тем, как идешь. Вот я помню, это шумовка эта маленькая, мощная, чтобы плов мешать. Что-то мне еще надо было по-любому. И что ж тебе такое надо, интересно? А вот приходишь на барахолку и все, глаза рассыпаются, ты забываешь глаза обо всем. Глаза разбегаются, да? Да. Надо все и ничего одновременно. Вот же чувство какое. О, смотри, массажер для рта тебе не надо? А что ты смеешься? Хорошо, хоть только для рта предложил Сережка. Смотри, так он еще и веселый. А? Шикардос. Таким побаловался все и полдня смеяться не хочется потом. Тебе... О! А уточка такая, у каждого ребенка такая должна быть. Да? Есть деньги? Нету. Для ребенка. Ой, Катя, Катя. Эх. Ну не расстраивайся, Сереж. А вот фильмоскоп, смотри. Хороший, да. Рабочий. Товарищ, товарищ, болять мои раны. Слышишь? Там надо этот, сегодня домой придем, ревизию сделать. Да вещи мы располовинить Сане, братухе моему, отправить. Что там, штаны какие-то, что у меня там? Сапоги есть, а что? Ему там в деревне надо. Здравствуйте, здрасте. Да ты просто ходишь в одних штанах, и одни у тебя еще лежат. Ну так я тебе и отдам, зачем мне вторые, если я в одних хожу. Правильно? Конечно. А то мне говорит Серега. За кабанами по огороду бегать, оно дело такое. Были кроссовки, и те порвались. Ну что, Санечка, соберем, родники, что-то по-любому. Соберем. Блин, я не знаю, куда красивее смотреть. Я не знаю, как ты, я на дворы смотрю. Вот дом, ну просто, ну такой старинный. Вот только сейчас можно увидеть. Потому что летом это все в кроне. 1900 год, ты поняла? Где ты видишь? А, даже я вижу. Вот там вот. Угу. За Катальпой. Это? Катальпа, да. А это акация. Посмотри, сколько ей лет. Пипец старая.
По-любому музейный дом какой-то. Ну, посмотри, какой красивый. Да? Угу. Как это? Ты бачишь? Не ждали? Может, я быстренько побегу туда, а ты меня сфоткаешь? На память будем внукам показывать. Сереж, ты уже столько здесь наснимал, что уже на память точно хватит. Ты знаешь что? А я вот хочу статуэтку совы. Ну никак. Не как тут орел, а именно совы? Не, ну не, не чучело. А да, может быть фарфоровую или какую-нибудь такую. Ну так это ты Геночку попроси. Пусть, ну если, у Гены если... только попугаи. Ну если будет, как, фазаны у него, а то тетери вы были. Слушай, барахолка, чем хороша, что ты не знаешь, что у тебя будет завтра. Ты просто Гену попроси, вдруг будет сова проплывать, так он тебе Гена, не оставит. Гена, я вас прошу, Гена. Геночка, сова если нужна. Если вдруг будет проплывать сова красивая. Слышь, а если совец? Ну, тоже пусть будет? Филин. Подожди. Тоже пусть филин будет. Это другая птица. Ничего, я думаю, что они не побрезгуют. Сова и сов. Сова это она, а мужская особь совы? Ну, филин. Филин это другая порода птицы. Чего ты так решил? Правильно. Сова и филин это же разные птицы? Веник купить. Сова, ну да. А филин это другое. Все, поняла? Эх ты, блин. Надо, в зоопарк его надо везти. А сова вечно спит, да. Я понял, тебя надо в зоопарк, а не на барахолку водить. Чтоб ты с птицами познакомилась поближе. Слышь, а в этом... Слушай, а мы еще так поздно ни разу не были, не, правда? А я... тихо, бери сандалии, а то надо будет и тебе, и Сане что-то покупать. Я хотел сказать, вот в этом тоже что-то есть, да? Когда собираются, ох, да? Ох, какой саквояж старинный, ешкин кот. Мы же его смотрели, по-моему. Нет, этот нет. Там, туда ближе к Староконному, когда-то мне человек хотел подарить. Помнишь, я отказался? А зря. Да, ты такое хочешь? Я ж безотказный, но нет-нет, да все-таки бывает, отказываю. Кому-то нужнее будет. Я ж не барменталь, что мне с ним ходить? Это войско другое дело. Тоже правильно. Хорошее, да. А Гена вон еще есть. Ах, что-то бегает, суетится, да. Так ты можешь ему крикнуть отсюда. Слышь, сова есть? Катюня, это же известная. Здравствуйте. Дай собачке на корм. Стоишь. Звезда королевская, привет. Алиса. Привет. Ты что, сыкая морячка, елки-ты-палки. Алисочка. Возьмите, пожалуйста. Алисочка, тебе на вкусняшке. Да, ты что? Ага. Ты посмотри, ты сыкая морячка. Ага. Она любит целоваться. Да. А у нас такой тоже, он жених в машине остался. Тоже целую так, что аж, мама дорогая, всего вам хорошего дня. Слышишь? Алиса, не, а дедушка ходит с ней вот так вот, Алиса впереди ногами стоит. Вот что капитан, знаешь? Угу. На баркасе. А ребята там возле мойки стоят и знаешь, что говорят? Что? А это ж повар известный. Так мы сегодня без Марата. Иди извинись, скажи, ребята, вы обознались. О, смотри, какие. Что? Тапки какие. Какие тапки? Вот уже их убрали, все. А тебе надо? А почем те тапки, что вы их спрятали? 100 гривен? Не надо? Эх ты! Ну они просто интересные такие были. А вон пальто какое-то. Так это жена маленького Мука. Ты думаешь? Их должна носить. Ну а кто еще? Что пальто? Пальто, не то пальто. Короче, все. Тельняшки в Одессе закончились. Идем, пальто не то. Ой. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте вам, здрасте. А я думаю, вы не вы. Да, сзади еще не привык, а смотрю, что у вас всегда всего больше. Сколько стоит? Сначала 400. Сереж, смотри, какая штучка. А вон, смотри, какая девочка в тельняшке на пляже лежит. Где? Возле гуся непонятного. Что, что? Да, тебе обязательно надо. Что это? Печалка на дверь. А? А кому ты стучать собралась? Сама себе? Да.
Вот ё-моё. На дверях такая вот, мы проходим, поднимаемся на второй этаж, и такая вот на дверях. Ну, это я на свою спальню повешу, Серёженька. Чтоб я со стуком входил? Ты что, совсем уже обрадела, ёлки-палки? Давайте мне за 300 такую стучалочку. За сколько? За 400, как вам мы узнаем. Живем дороже. Гена, здорово! Он Гена орёт, скиньте ему скидку. Ага. Не, наверное, не нам, походу. Катя, это дороже моего тазика. Ты что, совсем уже, это, блин, елки-палки? Так что ж, несешь себе ноги возьмите, там? Возьмите, будешь ты ко мне стучаться. А, то я в тазике, я вас умоляю, что. Тазиком? Я думаю, ты... В следующий раз, когда захочешь, чтобы я тебе ноги помыла, берешь тазик. И иду стучу. И идешь стучишь. Ой, блин. Слышь, лучше бы я с Маратом заболел. Ой! Чего? Взяла меня с собой на барахолку. Тебе все, спасибо не, огромное. Не понравилось? Так может мне на сдаче себе тапки купить? Пошли. Нет, тапки не надо. Что все. Такое-то Лав. А, не, я ей лучше бесплатно буду говорить, не ну в баню, она же за деньги. Подсвечник, и подсвечник. Да, она тоже интересная. Какой? Ладно, ну покажи. Вот такой вот. Да не, я такое красное не люблю. Чего ты? Да перекрасишь себе в зеленое, елки-палки. Пошли, спасибо а большое. А почему-то мадам лежачая? 650. Блин, Катя. Да шо, зачем? Ну что, мы за 500 наговорились? Да я тебе лягу, стуча. Не переживай, будешь меня по 650. Серьезно? Подкладывать под ляшечки. Обалдеть! Ты посмотри! Вот это шедевр! Громовочка! Сколько они? 3500 гирей. Ребята, кому надо? Классные. Нам уже не надо, все, мы уже стучалку и тазик купили. Все, будьте здоровенькие. Спасибочки. Хоть сдачу намутил. О! Это мадам всем известная с чашками, поняла? Здрасте! А я смотрю, что сегодня вы есть, слава богу. Ура! Что вы поздно? Так просто как это? Тазик купил, мы уже никуда не торопимся. И что вы уже все собрали? Ну как, все, что-то оставили. Базара нет. Тарелочки. Ох, а графин какой, елки-палки. Это мы знаем, да, просто у нас есть такой. А у нас же дети. У нас же друг с Израиля есть. Мы же его ждали, а он. А он взял и... Да мы по-разному любим. Вот я сейчас иду и балдею. Вот именно от процесса, что люди собираются. Ну, да. Идешь утром, весь этот суматоха, движуха, разбираются. По-разному, да. Просто по-разному и всегда приятно. Потому что барахолочка у нас такая... Вот я хочу еще такие какие-то красивые свете. Супники, Сережа. Мы вам подарим. Не, не надо. Да чего? Ну давайте. Только при условии, что ты суп научишься готовить. Слышишь? О, мадам, знаете, короче, следующую барахолку, она варит суп, приносит, дает вам попробовать. Если нормально, так вы и дарите. Мы дарим вам. А я, может, за неделю заработаю, так и вторую куплю. Приходите, а мы к вам и себе. Придем. Все. Не, на ее не надо. Чего ты там? Да шучу я. Не, она мне с нее так яйца пожарили. Так яйца пожарила мне сегодня. Потом я проснулся, оделся, и мы поехали. Вот же ж. Известная в Одессе. Мы добрые, мы не жадные. А мы знаем, вы лучшие. А когда у вас тут люстры висят, эх ты, солнце светит, так оно аж блестит на Таирова там у нас. Спасибо вам большое. Катюня, кидай в мой тазик. Вот это я зашел. А вот не было пирожков больше, я бы и вас угостил. Все, спасибо огромное. Спасибо. Будьте нам здоровенькие. Ну, Катюня, поняла, теперь ты обязана. Что, суп приготовить? Да, дворик еще один красивый. А тут что не двор, что то красота. Да, суп приготовить. Супница у нас уже с тобой есть. Ты какая толстая, а? Ваза. У мамы есть такая. Это именно не ваза, вот такая, это пепельница. То... Чуть-чуть Ого. Другим рисунком. А что ж там курить надо? Не знаю. Мама, когда мы Новый год праздновали дома, она ее спрятала. Сказала, не дай бог, кинете друг другу по голове. Чтоб дети не едут. Да. Ну мы уже не дети, мы уже подростки были. Ну да, там надо иметь здоровье, она, такую она еще поднять. Она очень тяжелая. Я знаю. Откуда ты знаешь? Монетки выбираем. Да я, как это, оцениваю. Монетки выбираем. Серебро. Красивые, коллекционные. Ох ты шо. Ты посоветуй, какая древняя. Ну, это США. Ух, ешкин кот. Да. Это все тут серебро. Шо? Ага. А это наши украинские юбилеи. Да, 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 это что, коллекционные. 22-го года, ты посмотри, 50 копеек. Ну. Ёшкин кот. Феник прямо... со звездой. Да, 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 это прям коллекционная. О, ну, это тоже что-то. Я поэтому говорю, выбирайте это... монетки. Один.
полтинник 24-го года. Ух, и старинное. Все, продастся. Спасибо огромное за экскурсию. Обязательно. А смотри, туман какой-то садится, да? Сырость, естественно, образовалась. Сережа, а нам же еще эту замазку надо поехать купить. Для вербы. Блин, по-любому. Главное, чтобы все не потратить. Так, это хорошее, но тоненькое такое. Вот что-то типа, да? Такого, поняла? Да, с короткой ручкой. Но чтобы покрепче было. Шумовку, да, значит, тебе нужно? Да. Ну, хорошо, Сереженька, хорошо. Очки тебе не надо от солнца? Не, у меня полароид есть. Откуда? Я ж тебя сегодня фотографировал в Инстаграм. А, так я про очки спрашиваю. Ты что, не понял, какая красивая? Ой, очень, да. Боже мой, что ты за прелесть, а? Глаза разные или что? Мурка? Да, прям мурка на тебе. Ну, а чего нет? Скажи, я с таким пятном ты на... Ты мой муреночек. А кто? Мерседес? Жозефина? Кс-кс-кс. Даже на кс-кс-кс не откликается. Потому что благородная, да? Угу. А, она с ошейником, кстати, точно благородная. Ну, вот. Все? Хотя тут можно еще пару зигзагов навернуть. Или поехали? Поехали, Сереж. Поехали. Таз для ног купили. Это главное. А с ним ты мне не будешь. Я не забудь, пожалуйста, сейчас заехать. Нам надо срочно купить замазку. Чтоб верба наша не этот. Хотя, может, там и краской замазать, чем угодно. Ну и есть средство специальное. Здрасте, здрасте. Все, полетели. Люк, охраняй. Мы быстро. Кого, холодец? Вот у нас удобно, а? Не успел приехать, уже приехал. Как это, не успел уехать, уже приехал? Нам ничего на привозе не нужно? А что, бывает такое, что бывает не нужно? Всегда что-то нужно. Только зайди туда. О, тоже люди, видишь, ходят, экскурсию проводят. Кто-то дома сидит? А кто-то для вас, друзья, и гуляет, да. Чтобы вы нам были здоровы. Не, погодка такая уже именно хорошо весенняя прямо. А ты траву рассыпал? Улица привозная. Ёлки-палки. Не рассыпал? А мне надо еще пачка. Ну, серьезно. Видел, как я там огород скопал? Не, я видела. Ну, ты рассыпал? Я смотрю на гидромедцентр, чтобы мороза не было. Вот сегодня влажная ночь намечается. Угу. Вот сейчас пойдем, вторую пачку докуплю и сегодня засею. А ты где будешь сеять? Там, где елка растет или вот там, где ты перекопал? Вот там, где я перекопал. Я ж тебе не пошутил, что там будут Елисейские поля. А поливать их? Ты будешь эти поля? Агромаркет, спаси меня уже, пожалуйста. От этой кучи вопросов. Что за глупость? Иди сюда, пока. Пока они не увидели, что ты пришла, я сейчас закроются на переучет. Здрасте. Чего это? Так, здрасте? Ой, смотри, какие. Катя. Что? Обалдеть. Это вот. Такие же, как у нас, да? Да? Ты что, посмотри. А. Здравствуйте вам. Вот это у вас позаехало, все, весной запахло. Дня троянда шо? Штамбовая, это троянда. Какая? Это роза штамбовая. Я тебе за вот это говорю. А ну, верба плакуча на штампе. Ты посмотри, какой размер. Вот это как у нас. Красивая, слушай. Я обратно нам не засуну. Надо вторую? Нам надо... Третью, четвертую. Очень, да? Много. А это роза? Угу. Ребята, ты что, я вас поздравляю, весна, агромаркет. А что это, апельсин? А зеленяется. А это что? Абрикосы. А я как раз абрикос не хочу. А я по цвету ствола вижу. Да, ты прям. Катя, тебя никто не спрашивает, ты людям покажи, что люди будут себе уже хотеть выбирать, какие хочешь. Вот это заехало. Так. Слышишь, мне надо таблетки от памяти попить. Чего? Чем зачем мы пришли? Ты пришел? За пастой или за Верой, за кем-то пришел? Да. Срочно мне нужен специалист. Надо в очереди постоять. Ну да, я посмотрю, что ты мне мельчешишь перед этим самым. Ага.
Слушай, а знаешь, что нам еще нужно? Что? Вот ту черную ягоду, как у Ани. Аня сказала, что надо весной сажать. Какая? Большую такую черную ягоду. Как она называется? Дерево. Шелковица? Да. Тут дерево, да, ну ягода. Ну что, дерево? Ну возьми себе шелку, ты что думаешь, тут шелковицы нет? Не знаю я. Смотри, Кать. А видишь? Там не просто шелковица. Смотри, она уже цветет. Не цветет, почти а листики выпустили. Слива, да. Так, а где здесь семена с травой? Или трава с семенами? Это Доброву. А вон там девочки есть сейчас. Иди давай. Короче, пошли. Давай, да, идем, найдем специалиста. Какого-то. Тут она... Здрасте. Что ты крутишься? Никак места себе не найдешь. А я как люк, когда в огород выходит, он не знает, где припарковаться. Ты не знаешь, где тебе присесть? Там мне все просто надо. Нет, тебе нужна трава, паста. Ага. Здрасте. Здрасте. Спасибо огромное. А я к вам. Ситуация, мне надо садовая вера или чем замазать мне получается? Есть такой? Давайте мне вот это. О. Видишь, куда я попал? Куда надо сразу. А мы смотрим, у нас вербочка на штампе, да. И вот там, где штамп соединялся, получилось, что вот она. Такий захисник. Є садовий вар, менша упаковка, є більша упаковка. Яка... Та маленькая. Не, маленькая, нам пока маленькая, да, вот такая вот хватит. І що з цим делать надо? Вот так вот мажеш ручками, ручками, ручками і втираєш. І потім ви втираєте для того, щоб обеззаразити средство. Да, или же спрятать, получается, щоб не було доступу. Вот спасибо огромное. Теперь мне надо газончик, трава. Только не та, за которой надо ухаживать, а вот та маленькая, меленькая, которая низкорослая. Спорт играли, лилипут. Во, пойдемте за вами. Да. Я себе пачку взял? Вот, я вот такую вот брал. Да, да, да. Все, вот это вот как раз. И вот две пачки. Как засажу, так засажу. Ты шо удобная. Озона трава полевая. Она же, получается, сорняк, она выселяет? Как это? Вот так вот. Растет только она. Да? Несмотря на то, что она мелкая, она очень мощная и сильная, да. Катенька, что нам надо было еще? У вас деревьев сколько позаехало всего, блин, класс. Абрикосы, хурма, бачили, яка хурма, киви у нас, гранаты двухречные. Киви? И плодоносы? Идемте покажите гранаты. Гранаты? Просто, Катя, нам надо, чтобы у нас гранат рос по-любому. Да. Двухлетний. Слушай. Киви какие? Ой. Саженцы. И... Оксаночка нам говорила за киви. Просто саженцы красивые. Да ты что? А ну давайте нам один киви вашей ручкой выберите. Зачем нам киви, Сережа? Какой? Самый запыльный. Да, 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 да. Чтоб... Тебе что? Ну зачем нам экзотические? Мне надо киви по-любому. Ну вряд ли он будет плодоносить. Да я Оксаночке с Луцкой обещал. Киви. А, подарить? Нет, а посадить. Что? У нее растет такой. Или Оксаночка, пишите, так я и вам такой отправлю. Она сказала, у них растет и очень даже вкусный. Так, вот киви. Есть вот такие саженец, самый запыльный. Ага. И называется бемоль. Королевский, надеюсь, Сереж. Подобается, что подивиться, еще какие саженец. Там, а там он пусть решает. Один высаживает, один будет добрый. И все, давайте, все, заворачивайте. Так, и гранат. И гранат, да? Посмотрите, покажите, да. Катя, обалдеть, просто обалдеть. Что это вот такое цвету? Вот магнолию бы лучше посадил. Ох, какая красивая, посмотри. Это же магнолия? Не знаю. Да, магнолия. И вон там цветочек запускается. Ну так вот лучше бы ты вот магнолию чудо, посадил. Конечно, да? А гортензии смотри, какие уже. Еще чуть-чуть и пахнуть начнут. А ты киви. Боже. Зачем нам киви в огороде? Да пусть растет киви. А, вот это гранатик? Да. Что, почем такая радость? Недорого, елки-палки, 399. Смотрите, какие кущик высаживает, да. И уже на наступный рик, через рик можно есть. Уже будут свои гранаты. Свои гранаты, да. Но я за это с ней поговорю, потому что видите, как она у меня вообще на саженцы реагирует, ешкин ты кот. Здрасте, салют. Что, кактусы не переводятся, цибуля опять на базе, все нормально. Разъявляется полумесяц уже. Фиолетик. Это на посадку. Я понял, посадковая. Да. А когда надо сажать картошку? Ну, можно сейчас
закаты, уже еще немножко, да? Зараз на проращивание. Да, чтобы усики пошли. Да, так я и нашу вынесу. У меня с Израиля именно черная, которая аж внутри черная. Ага. Марат привез на рецепт, а я говорю, спокойно, давай я посажу, да. И потом мы сделаем не один рецепт. Да. Что, да? Чеснок я ваш посадил, уже красиво. Я его на зиму посадил, уже красивенько. Один в один. Вот все из ста, все сто стрельнули. Да. Юморист. Да. Кто? Я? Ты это самый серьезный в Одессе, ты что? Ты будешь так разговаривать, я тебя с собой перестану брать. Штатив возьмешь? Буду к маме завозить тебя. Оставлять. Так, вот это вот рахуйте, да? Та ты что, я вот за это рад. Та ты что, спасем. Так оно еще и лечит, поняла? Я сегодня буду в роли стоматолога, ну, деревянного. Здравствуйте, здравствуйте. 067? Николаевна. Так, вот это вот нам, да. Катюша, смотри, пока мы не ушли, может... Да, может, я и в руках понесу. У меня и авоська, в принципе, есть, все, все понятно. Ты имеешь в виду, может, что-то пока еще надо? Пока мы не ушли, может, что-то тебе еще надо, смотри. До сплаты 893 гривни. А, куда я полез? Дай, пожалуйста. В Киеве купили. Что? Безкоштовної пересадки рослин. Можете принести вашу рослинку, мы ее пересадим. Підберемо грунт, вазон. Ага. О, орхидеи. Ох, вы какие большие молодцы. И орхидеи пересаживаете? Все, в следующий раз орхидея. Ё-моё. Банан что работает? Ребята, я уже говорил, и многие пользуются. Когда заказываете, промокод банан таки работает, и будет вам скидка. А чего ты никогда не используешь банан? Там мне и без банана здесь хорошо, слышишь? Ты что думаешь, тут скидку делают, все нормально? У нас открытие перед замовленням на весну. Если вы плануете купувати плодові, ягідні, картоплю, цибулину, квітів, виноград, троянди, можна робити замовлення на сайті, доставка в магазин безкоштовна. Тобто ви робите замовлення, понятно. Доставка в магазин. Все, только сюда пришли, бесплатно забрали почти. Нет, ну, я понимаю, что... Да. А за доставку не заплатили? Все, дуже дякую. Каждый день какие-то акции. Да ты что? С вами наш Бессарабский край еще красивее будет. Ты что? Ну, с киви на огороде так точно, Сереженька. Кать, то у людей бананы растут. Какие они маленькие, интересно? И волосатые. Ты думаешь? Ну, не знаю. Вы... О! А ты что, как это? Успокойтесь, кидайте. Но у меня уже в огороде места нет, елки-палки. Но я сажаю. Да не, есть кому. Братику еще отправлю туда, да. Ура! Катюня, зашли. Зараз друкуется ваш чек. Ага. И 110 гривен ваша вышла. Давайте, сдача мне пригодится. Все, спасибо вам огромное. Дякуем вам. А я поехал... Дерево лечить и киви садить. Все. Спасибо. Спасибо огромное. До свиданечка, вы лучшие. До свиданечка. Эх ты. Все. Вот это, конечно, молодцы, ребята. А мы только-только собрались орхидею нашу пересаживать. Боже мой, какое все красивое. Ты видишь? Это а? Вот такое, как слышишь, у нас? А, что? Да на фоне таких кусарников даже какашки интересные, ты понимаешь? Ну, это же, блин, шикардос-то какой. Эта собачка бежала. А смотрит лесопосадка, думает, опача, а тут-то я еще ни разу. Короче, друзьяки, этой души, с хорошим настроением. А что это? А вот шелковица. Ну, там надо у Ани спросить, какую. Там надо. Кать, они есть разные, но у Ани очень красивая, огромная. Нет, вот я хочу такую, как у Ани. Прямо в рот не влазит, там прямо аж какие-то полуяблоки шелковицы. Хорошо, узнаешь у нее сорт и пойдем еще дальше купим. Но я думаю, что вот это вот она. Ну, надо, они же маленькие, вот эти короткорослые. Да, вот такую надо. Туда не растет вверх, я зато растет в ягоды. Звони, чтобы ты была здорова. Друзья, все души с хорошим настроением для вас сегодня едет спасать свою любимую вербу Одесский Лебован. Всем пока-пока. Чао. Катюня, поехали шпаклевать бегом. Та-д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 а. И что? А, вон киви. Здравствуйте вам, здоровенький был и салют. Что ты говоришь? Киви. Смотрите, не надо регулярно, хотя ютубчиком хорош, можно и потом когда-нибудь. И на пенсию выйти, и как дать по липовану. А, вот это киви, да? Вот оно киви. А что ты думаешь, Оксаночка обманывает? Да она мне сама посоветовала. А я уже три раза сюда заходил и три раза забывал. Я кому говорю сейчас? Тебе или телезрителям? Я слушаю тебя. Да выруби уже, я же думал, что мы с тобой уже можем. Мы можем? Ох, а привоз какой красивый, смотри. Так и манит вот туда, а? А? Вот зашел в расщелину, а он тебе говорит...
засосал и погнал тебя 2 часа туда-сюда, туда-сюда по рядам мотать. Потом пунь и выплюнул. И ты такой выходишь счастливый, весь с авоськами идешь, думаешь, мама дорогая, берегись, кухня. Сейчас начну там это туда-сюда. Вот так я и полюбил готовить. Здрасте.